«Севастопольский вальс» – песня о природе Крымского полуострова и о событиях, которые пережил регион. Эту специальную музыкальную программу подготовили музыканты Самарского концертного духового оркестра для концерта, который посвящен десятилетию референдума, по результатам которого Республика Крым вошла в состав России. В этот раз здесь есть и песни про Крым, и про Севастополь, и про природу Крыма, и про географию Крыма, и про военные события и военные кампании, которые были в Крыму. Поэтому программа очень грандиозная, очень масштабная, и, я думаю, запомнится надолго. Концерт к десятилетию вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации в Самарской филармонии был организован администрацией Самарского района. Наше мероприятие посвящено сегодня десятилетию воссоединения Крыма с Россией. И вы знаете, воссоединение, единение прошло красной строкой при подготовке нашего концерта. На концерт были приглашены самые активные жители района, а также выдающиеся представители муниципальных учреждений и организаций. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.